Так, есть. Дописали. Значит, включить основное питание, разблокировать ДГ. Ну, все по УБПН, вкратце, если... Хотя, наверное, не так уж и кратко получилось. Что касается УБП серии Site Pro, здесь все, похоже, несколько попроще. Почему попроще? Потому что здесь 10 минут ему работать давать не надо. Он как-то там автоматически свое время работы считает. Поэтому что необходимо сделать для проверки, это убедиться, что УБП работает в нормальном штатном режиме, что у нас там зеленая лампочка у него горит, вот это вот состояние на мордочке вот на этой. Далее заходят в меню, выбирают параметр, который подлежит проверке. Это, соответственно, параметр. Так, секундочку. Нажать кнопку измерения. На первую нажали, дальше выбираем электрические параметры. И нам нужен какой параметр? Нам нужен вот этот вот параметр время автономии, называемый время автономии. То есть то же самое время при автономной работе ОБ от батареи при текущей нагрузке. С чем его необходимо сравнить? Опять же, с некоторой нормой. Где только эту норму взять, я не подскажу. Тоже эта норма будет в минутах. Не так намного хватает бесперебойника. То есть здесь отключение основного источника питания не требуется. Он сам себя как-то контролирует. Этот самый Site Pro. Никаких 10 минут не надо, никаких 10 минут добавлять не надо. То есть чисто по менюшке. Если надо кратко, могу тоже одним предложением, наверное, продиктовать. Наверное, давайте запишем. Пожалуйста. Итак, сайт про его проверка. Нажать кнопку измерения на УБП. Нажать на УБП кнопку измерения. Нажать на УБП кнопку измерения. Найти параметр время автономии. Найти параметр время автономии. Сравнить его с нормой. Найти параметр время автономии. Сравнить его с нормой. Найти параметр время автономии и сравнить его с нормой. Ну вот, картинку можно побольше немножко сделать. У нас как раз время автономии 25 минут написано на нашем с вами, который приведен. То есть, в принципе, не так намного-то хватает нашего устройства бесперебойного питания. Потому что нагрузка у нас большая. Кучу релюшек питать надо. А если еще и стрелки переводить, еще сильнее будет расходоваться. Так, ну все. Это вот сайт Pro, если я не ошибаюсь. По крайней мере, мне выдало вот такую картинку, когда я писал в Яндексе. Ну, гарантии, конечно, стопроцентной нет, что это он где-то был на пикетном. Можно там поискать, почитать, что там на морде написано, какой там УБП стоит. Так, следующая работа. Не знаю, успеем ее сейчас дописать уже или не успеем.
она же будет, видимо, у нас последней, это проверка состояния и работы вентиляционной установки. Так, раз в квартал. Давайте я сравню с нормами. Ой, с последней инструкцией раз в квартал. Так, проверка работы вентиляционной установки. Один раз в квартал сходится. Так, где там наша вентиляционная установка? Исполнитель электромеханик с электромонтером. Уж не знаю, для чего вдвоем тут работать. Но, тем не менее, 2 написано. Так, время еще 4 минуты. Ну, что же подразумевает эта работа? У нас с вами при работе аккумуляторов что происходит? Они выделяют водород. При смешивании водорода с кислородом получается гремучий газ. Соответственно, при появлении пламени где-нибудь около гремучего газа, гремучий газ оправдывает свое название и, соответственно, взрывается. Чтобы не происходило у нас с вами взрыва, что необходимо делать? Необходимо, чтобы этот самый водород у нас с вами в аккумуляторном помещении не накапливался. Поэтому перед работой в аккумуляторном помещении наш электромеханик на самом деле что еще должен сделать? Он должен принудительное включение вентиляции произвести. Ну, а там будет периодически включаться, выключаться, не все время гнать воздух. Перед работой электромеханик включает принудительно это вентилирование, когда в помещении в этом собирается работать. Ну и раз вентиляция есть, ее нужно контролировать. В частности, что мы будем с вами контролировать? Это ее работоспособность. Как проверить аккумуляторную вытяжную вот эту вентиляцию? Для начала необходимо ее выключить. Точнее, наверное, даже не так. Все-таки я бы сначала что сделал? Я зашел бы в аккумуляторную, включил бы вентиляцию, проверил, как у меня там все работает, послушал бы там различные шумы какие-то, может, посторонние есть у меня. После этого, убедившись там, что все у меня там шумами нормально, их нет, дребезга там какого-нибудь или еще чего-нибудь, я бы ее выключил, повесил бы надпись «Не включать, работают люди», но, соответственно, дальше бы занялся чем? Это осмотром воздуховодов, вентиляционных камер. Картинок конкретных, снятых у меня в аккумуляторном помещении, нет, поэтому тут будут такие очень удаленно подходящие по смыслу. Значит, что необходимо сделать? Осмотреть воздуховоды приточной вытяжной вентиляции, следя за тем, чтобы отверстия в них были закупорены. Это как так? Это еще за отверстия такие? Не знаю, что это за отверстия имеется в виду. В вентиляционной камере осмотреть вентилятор, который крутится, у нас гоняет воздух. Осмотреть подогреватели воздуха и воздушные фильтры. Ну, соответственно, фильтры, наверное, очистить необходимо. Саму камеру можно очистить. Вытяжной вентилятор. Звонок. Да. Звонок. Ну, у меня еще пока нету. Да, 15. Хорошо. Помечаю. Урок окончен. До свидания. Встретимся, возможно, завтра, возможно, даже вживую. До свидания. До свидания.